Вот они все помогают сажать жасмин. Кто сюда? Все один помогают. Один помогает, а другой выгребает. Все пришли помогать сажать жасмин. Вот Мурашка хочет помочь. Мурашка. Самая нежная девочка. Есть такая противная пчелка, противнейшая собака. А вот характер у нее такой. А Мурашечка, она самая нежность. Она сама нежность. Он Портосик. Портосик, вот Портос, он вообще думает, в чем дело. Ну, сейчас он более-менее нормальный. Сейчас шмель выступающий сильно. Ай, ой, ой. Вот шмель. Шмель думает, надо проверить обстановку. Может, кого цапнуть. Так. Ему играть надо. Да, он молоденький. А что, он мало играет с ними? Они достаточно играют, по-моему. Где мячик? Мячик где? Ему надо, понимаешь, мяч бросать, он будет приносить, отдавать. И так. Шоня лег. Разберись с ними. Мурашка, разберись с ними. Ой, вышел этот Штирлиц с Портосом разбираться. Ушел. Короче, такие вот тут классные собачки живут. Все пришли в гости. И остались в этих гостях навеки вечные. Они все пришли и поняли, что здесь вкусно кормят. Еще они поняли одну вещь, что им свою кровать всегда уступят. Ой, нет, я ж снимаю видео для Юли, мне ж надо посмешнее. Не поняли, что можно делать все, что хочешь. Здесь, в этом доме, можно делать все. Хорошо у добрых людей, только хорошо ли добрым людям? Этого никто не спрашивает. Вот так вот. Вон она, Мурашечка, играется. Ай, ты хорошая девочка. Хорошо, что у меня 35-кратное приближение. Да? Да, я могу их прямо четко. Наша Ремочка тоже приблудилась. Красота. Не жизнь, а малина. Вон они, красавцы.